Всем привет. Иду за фотоловушкой. Козлика вот наткнулся на козлика. Он слышал, как я подъезжал. Стоит, смотрит в ту сторону, где машина гудела. Пробую подойти поближе. Пока у меня камера снимает. А то сейчас опять не получилось. Хотел дорогой сфоткать одного. Бегал, позировал, не получалось никак. Мне маленько с ним не по пути. Метров 40 до него. Сейчас буду пробовать ловить его. Сессия, он не ожидал. Запомнили, да? Вот оно, дерево. И дальше пошел, как ни в чем не бывало. Мое предположение, что 15 метров. Вот он, возле этого дерева уже побежал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Даже ближе. Блин, сегодня прям погода. Дразнить их ходить. Все, он там где-то уже бегает далеко. Вот такие дела. Я вот козлику спалился. Может, еще выйдет. Немного за кустиком стою. Нет, напугался. В общем, до фотоловушки маленько не дошел. Идет кабанья тропа туда. Возможно, там будут кабаны заснятые. А расстояние тоже до него метров 30, наверное. Ветер сильный, на меня дует почти. Ну, боковой, полубоком сейчас на меня. Тихо, все мокро. Подходить одно удовольствие. Только у меня сейчас заряд кончится. Батарейки не заряжены. Не собирался никуда. Думаю, не получится. Вау, тебе. Ну все, ставлю, может, маленечко еще кого-нибудь вдруг получится заснять. Как бы два рогатика.
конечно, не трофеи, но все равно приятно посмотреть на них.